ведь могло сложиться, потому что я просто смотрю на полотна в вашем кабинете, что вы ведь могли бы заниматься, помимо музыки, могли бы заниматься и живописью. Я занимался когда-то живописью. И вам просто-напросто... Мне мой профессор запретил это делать, потому что я тратил много времени на поездки на пленэр с замечательным художником Александром Васильевичем Бутеровым. Я снимал в то время угол на улице Кирова, дом 24, а он жил в этой коммунальной квартире, и мы с ним занимались. И вы считаете, что... любовь осталась к живописи. Я понимаю, но вы считаете, что это оправдано было, вот это решение запретить фактически вам заниматься живописью? Думаю, что оправдано, потому что время, к сожалению, имеет свой лимит. Мы не можем растянуть его, увы.